Всем привет, меня зовут Вит Див, и я поздравляю всех с Новым годом, и хочется, знаете, начать этот год с чего-то позитивного. Ну а что не может быть не позитивным, как ни один из самых главных хитов этой осени и зимы? Песня украинской группы «Время и стекло» — «Тролль». Ты меня не тролль, ты меня не тролль, видишь, как любовь убивает боль, ты меня не тролль. В руках у меня вот такой подарочный набор «Тролль», который сейчас с вами мы, естественно, распакуем. Клип собрал больше 60 миллионов просмотров, и я думаю, это далеко не предел. Хотя поначалу песня мне, кстати, вообще не особо нравилась, но вот когда постоянно ее слушаешь, начинаешь как-то прилипать жестко. Прямо хочется переслушивать и переслушивать. Ну а вы подпишитесь на мой канал, если пока этого еще не сделали. Ну а мы начинаем. И первым делом у нас идет вот такая корона для девочек. Ух ты, она еще трансформируется. Ну или для мальчиков, я не знаю, как, кому повезло, конечно. Вот такая корона, как у Насти, кажется, Дорофеевой, если мне не изменяет память ее зовут. Сломанная лапка, ожерелье, диадема. И вот такой белый парик, как у главной героини. Перстенек, как у главного персонажа клипа. Кажется, его зовут Леша. Давайте посмотрим. Олицетворяющий всю вот эту олигархию. Настоящее золото. 700 карат. Все равно продам в ломбард, дам. Моя прелесть. И вот такой перстень, как у главной героини. Вообще, знаете, да, такой набор больше подходит для тех, у кого есть дети, мальчик и девочка в идеале. И для родителей, которые хотят поиздеваться над своими детьми, заставив их снимать пародию на клип «Тролль». Таких, знаете, много бывает. Вот такой муляж банана. Я, если честно, даже не могу представить, где его можно в жизни использовать. Ну, если кто-то знает, то обязательно пишите в комментариях. Продаются такие телефоны в виде гамбургера или банки из-под пепси. А еще, знаете, такие популярные трубки для смартфона в виде банана. Или чехол, например, в виде банана. Я ссылки оставлю на Алиэкспресс, кому надо, может быть. Газета, как у Алексея в клипе «Ты меня не тролль». Хиты года. С последними событиями, прошедшими в мире музыки в 2017 году. И такой набор стикеров. Кстати, нормальный такой принт, я вам скажу. У нас в наше время, если песня какая-то была популярная, стикеры не печатали. На крайняк тетрадки. Хотя я знаю, даже шоколадки были. «Ты меня не тролль». За титечку, что ли, держит? Знаете, в общем, тогда, если вот брать клип и сказать, чего здесь не хватает, так вот не хватает крутых очков, как у этого чувака в клипе, Алексея, то есть. Вечного двигателя, знаете, такая безделушка, игрушка, которую я уже, кстати, тысячу лет нигде не видел. И вот такие носки тролль, мне кажется, было бы это очень круто, хотя как бы они подходили по размеру. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делитесь этим видео, и помните, если вас кто-то троллит, посылайте его нахуй. Быть с тобой, никогда нам не быть с тобой.